Здравствуйте. Вот видео снимаю. Маленько начала пахнуть машинкой. Ну, дымок с нее чуть-чуть пошел. То есть, ну, люди у нас часто думают, что пройдет. Может, ничего страшного. То есть, вот выгорело, короче. То есть, плата, короче, Ардо Минисел 1000. Вот она. Ну, сейчас повезу электронщику ее. Что он скажет? Ну, у меня почему-то прогноз такой, что ее придется менять целиком. Вот она вся выгорела по силовым контактам, то есть вот она вся диркон тоже, вон наш диркон сгорел полностью. Ну а так, то есть остальные повреждения там он выяснил. Но если можно будет сделать, то сделает. Силовой контакт вот так тут горел, то есть этот шлейф полностью, колодку вот эту надо будет тоже менять. Так что если у вас у кого-то там чуть-чуть пахнет, то лучше вызвать лишний раз там 300 рублей за диагностику, если вдруг ничего не подтвердится, отдаст, и все. Ладно, всем всего доброго, подписывайтесь на канал.